Я бы даже сказал, одного настоящего рок-музыканта, который, как впоследствии я узнал, весьма достойно прожил свою жизнь. Он, в принципе, был каким-то то ли полубразильцем, то ли еще, но это совершенно не важно, и важно то, что духом он находился всегда с нами, короче. И смерть его была прекрасна, гоняясь за медсестрой по палате с двумя инфарктами, короче, и так и не добежав до нее, короче, стянув один чулок, и он скончался от третьего. Что, в принципе, но после этого он оставил нам замечательную мелодию, которая звучит везде, всегда и повсюду. И мы группа, которая тоже не лишена чувства не то, что прекрасного, а чувство вот это не сострадание даже, а чувство нежности к этому человеку, который воплотил эту, прям скажем, ирландскую народную мелодию в своей замечательной группе под названием «Тощая Лиза». Итак, мы вам исполним песню, где, я надеюсь, вы нам тоже все поможете и подпоете. Она называется «Ох и мудак-то, мадак». Урод, ты мудак, а мадам! Еще раз! Урод, ты мудак, а мадам!